Здравствуйте! Тем, кто смотрит нас не в первый раз, напоминаем, что совсем недавно Олимпийский комитет решил, что практически все на свете можно делать выше, Тише, пожалуйста! У нас эфир. Извините, практически все на свете можно делать выше, быстрее. Ну я же просил потише. Выше, быстрее и сильнее. И вот буквально вчера к нам пришло известие о совершенно новом олимпийском виде спорта. Спортивное преступление. И сегодня у нас в студии луч... Ну я же просил. Лучший преступник нашей страны, да и всего мира, Федор Потрошитель. Федор! Что вы делаете? Я делаю кровавое преступление! Зачем? А это мое основное правило! Ну где же ты? Вопросы еще есть? Каков ваш личный рекорд? А ты не прячься! Ты поближе подойди! Я тебе на ушко шепну! Эй! Ты где? Ну, не хотите, можете не отвечать! Да и время нашей программы подошло к концу! До следующих спортов! Это кто там тявкает? С тобой, собака! Не тявкает, а разговаривает спортивный комментатор Руслан Мощак! Русик! Русланчик! Появись! Я ж тебя зубами грызть буду! Сколько у вас жертв? Ты 13-й! Значит, 12! С оператором 14! Без меня сколько? Смотря кого я достану первым! Так, что здесь у вас происходит? Спортивное преступление! А я чемпион мира по спортивному наказанию. Петро Цикавый. На, возьми, это его. Вы знаете, он пришел к нам в студию. Это его топор, он пришел к нам в студию, вы знаете. Ну что ж, до следующих спортов. Ой, мама! Помогите! Петр Петрович наш кандидат. Посмотрите, как он заботится о здоровье трудящихся. Нет, Иван Иванович наш кандидат. Он заботится о здоровье трудящихся больше. А впрочем, нет. Петр Петрович все-таки больше заботится о здоровье трудящихся. Нет, Иван Иванович наш кандидат. Он заботится о здоровье трудящихся еще больше. И все-таки Петр Петрович наш кандидат. Больше заботится о здоровье трудящихся уже некуда. Петр Петрович наш кандидат. Другого выбора у нас нет.